Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Мужчина стонет, плачет, говорит: «Я не могу спать ночами из-за тебя». Давайте посмотрим, почему, что происходит в его душе, в его сердце, что ему не имется сказать и озвучить вам сейчас. Он говорит, что прошло очень много времени, когда будущее было неизвестно, да, уже на протяжении длительного времени будущее между нами будто бы неизвестно, мы не понимаем, да, по какой дороге мы идем и куда мы с тобой придем. В этом и заключаются переживания мужчины. Здесь он также думает, готовы ли вы родить ему ребенка, для кого актуально, либо же на то, готовы ли вы вообще с ним иметь что-то общее. Здесь мужчина говорит, согласится ли она со мной пойти в новое, после того, как, не знаю, что-то у вас сгорело, ушло, растворилось. Возможно, отношений не было на протяжении длительного времени. Да, готова ли она подарить новую жизнь, возродить, либо же она откажется от меня, и это будет также справедливо, говорит он, потому что он какие-то все мосты спалил, дороги, возможно, заблокировал, возможно, не отвечал, возможно, на протяжении длительного времени между вами ничего не было. Но здесь он думает о том, что появится, проявится, написать вам, девчоночки. Ставьте лайк для исполнения, пишите «принимаю», «благодарю», подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.